Ребятушки, всем привет. Приехал в детский дом. Ребята, у нас снега навалило, капец. Зима наступила наконец-то. Правда, не так холодно, 11 градусов. Но все равно, ребятушки, приехал, гостинцев привез. Ребята, всем огромное спасибо, кто помогает. Всем от души, ребят, всех перечислять там очень много. Вам от души, душевно, как говорится, в душу. Ребятушки, вы мои, так, маску оденем, ребята. Уже, ибо нехуй. Масочный режим нарушать. О, смотри, как красота, ребят. Сегодня пораньше, ребят, немножко проснулся, что-то все в таком хорошем настроении, блядь. Надеюсь, бомжики не испортят мне. Ребят, Танька освободилась, Кисина. Заебало название от меня ночью. Где киса, блядь. Короче, сейчас будет, наверное, интересное шоу. Что там, может, рыжий вернется уже к Светке. Короче, будем посмотреть. Опа, здравствуйте. Пожалуйста. На здоровье. Опа. До свидания. Так что, ребят, такие дела. Сейчас поедем сначала до Наташки. С дедом. Там посмотрим, что, как что, кого. К собакам не знаю, ребят, не поеду. Потому что, видите, снег там, наверное, по-любому все замело. Мне туда не проехать. Танюшка вчера пишет, наконец-то что-то она думала, видать, хочет сниматься. Паша, скинь мне денег. Я же тебе говорю, давал, у меня нету. Короче, 100 рублей. Я говорю, 50 рублей скинь. По-моему, 50 рублей, говорит, не снимается в банкомате. Скинь 100 скинул, что-то не пришли, там не молчит, ничего. Ну хуй знает, ребят. Короче, посмотрим сейчас. Поедем, ребятушки. Проедемся до дедушки с бабушкой. Че, может, рыжий уже? Чай вернулся, нахуй, паскудник. Ну нет, чуть. Да бульдога, ребят, бульдога уже выгнали, они уже с кисой в подъезде видели, они садятся. Сали в подъезде, там подписчик шуганул их. Люди пишут, Паха, нахуя ты берешь бульдога? Ребят, я вам скажу, вот они начинают мне с понедельника, он названивает. Он, она, Серега, сынок ее, там. Кстати, ему шоколадку купил, ребятушки, опа. Шоколадку купил. Сникерс такую большую купил. Это... И начинают названивать мне, блядь, когда приедешь. Ребят, я же сами видите, как вы не смотрите, я вообще видео, я не понимаю, смотрите, блядь, смотрите видео, видите, фигу что ли. Я приезжаю, Нинка его сама собирает, чтобы он поехал на съемки. Понимаете, ребят, если я не буду ее снимать, они понимают, что они деньги не будут получать, водку не будут получать. Водка для них это, ну, Нинка не пьет, пускай, но бульдог пьет. Она сейчас его выгнала, там полицию вызвала, полиция приехала, ПНД, там какая-то, ну, хотят забрать этого. Мелкого. Ребят, не знаю, скажу честно. Я бы, может, даже из-за, чтобы его забрали хотя бы на полгода. Временные, как у нас вот приют, временные, ребят. У алкоголиков забирают его, людей. И пока, если человек не справится, и все, а за полгода бы, и мы бы есть, восстановили бы комнату, там, ремонтик. Я думаю, многим бы понравилось, ребят. Ну, я сделаю стрим. Сейчас я заеду, как Нинки узнаю. Ребят, извините, что много разговариваю. Ну, объясню вам всю ситуацию, чтобы потом не было недопониманий. Заеду к Нинке потом. Предложу, если она захочет, чтобы мы сделали ремонт. Скажу, на следующее воскресенье приеду, если там все, весь мусор выкинет, то тогда мы соберем стримчанский, соберем денежку и сделаем им ремонтик. Ну такой покрасим, там обои, может, что поклеим, может, что такое, там найдем кого-нибудь, кого как-нибудь и сделаем. Ну, это, ребят, еще раз говорю, если она будет шевелиться, потому что она такая тоже женщина, полорота немножко такая. Ну, поглядим, ребят, короче, в общем, так вот. И все, бульдога выгнала. Пацана чуть не забрали, сказали, прибираться там надо. Я ему сказал, приберешь я в своей комнате эти 500 рублей дам. Посмотрим, ребят, короче, посмотрим. Все, едем, ребят, не переключаемся. Все интересно ждет впереди. Ребятушки, курить сегодня будут они у меня троечку. Ссылочки я оставлю в закрепленном комментарии, ребят, на дешевые сигареты. Переходите, смотрите, покупайте, если вас устроит цена. Приехал дедушки. Ох, на улице снега, ребят, капец навалило, еле доехал, смотрите, за ночь. Так что к собакам, наверное, ребятушки, и не поедем мы. Ну, доедем, посмотрим, что там, как. Потому что там, я думаю, в воскресенье мало кто там почистит. Что там, гульки летают, блядь. Сейчас Света не себя не греет, раз наругал их. Уже подсходники, свет жгете, нахуй. Так. Для тех, я знаю, сейчас напишут, о, день зажал, блядь. Собачкам купил, покушать, так что... Хуйню не пишите. Печенюшки лежат, ребятушки. Не знаю. Сейчас номер незнакомый звонит мне, ребят.
Паша, я куда, Паша? Танька тут говорит, где увидимся. Я, блядь, сначала не понял. Что за Танька, думал, с Малышева, что ли, денег дал ей. Я говорю, так на остановке. На кой? Она говорит, на трубах. Я говорю, что за Танька? Да я хуй знаю, попросили, говорит, позвонить меня, блядь. Кисина жена. Я говорю, да какая нахуй она мне нужна, блядь. Танька, блядь, ебать. Я говорю, ладно, все, спасибо, давай, пока. Ебать, наебало, блядь. Только освободился уже. Наебывают меня, ребятушки. Сейчас поглядим, как наши молодожены живут. Ребят, да, действительно. Вот кому помогать, это дедушки с бабушкой. Люди там уже начинают писать, типа, трутни. А что трутни-то? Доживи до их лет, блядь. Когда ты нахуй никому не будешь нужен. Посмотрим, какой ты будешь трутни. Что сейчас делаем, блядь? Дед, блядь. Ну, вот так вот у него сложилась судьба. Я, понятно, я их не оправдываю. Хули деду надо работать было. А не мозга ебать там, отбывать. Помойка, ну хули. Да, тут уже кабелище, нахуй. Кабель есть, нахуй. Ох-ох, бежит, блядь. Ох, блядь, дед бежит, сломя голову, нахуй. А ты что думал, рыжий, что ли? Да. А где Наташка? Наташка у этой, у подружки. А, ёпта, я же думал, когда, ночевать ушла, что ли? А? Ночевать ушла, что ли? Да она там неделю будет. Почему? Та болеет. А ты что, с рыжим, что ли? А я один. А где рыжий? Рыжего нету. Он был? Не было. Ага. Как было, так и ушел. Так, ребят, сегодня сигареты они курят троечку. Ссылка в описании, ребят, оставлю под закрепленным комментарием. Ну давай, дед. Хули же послал, блядь, свои DVD-ху, иди. Что? А что, голодный сейчас, что ли? Что, почему я, нет? Ну, убирай нахуй DVD, я сяду хоть, блядь. Ладно, ты сидишь и постоишь, нахуй, немолодой вырастешь, блядь. Ой. Ты что, спал, что ли? Ну, я хули смотрел. До утра опять, что ли, сука? Конечно. А что, вечеринки-то растянуты, блядь? Хули, я так и сплю. Нихуя себе, блядь. Наташку ждешь, наверное, блядь. Наташка придет. Придет? Должна. Ну ладно. Дедушка, на вам денежку, блядь. Ага. Спасибо. Как у вас? Да дела? Ничего, нормально. Наш рыжего не видишь? Не-а. Только хотел, хожу нахуй, нихуя не вижу никого. Сука, понял. Что-то все куда-то подебались или поскольку. Ну, видишь, расскажи, Светка, все, одна осталась, нахуй, киса. Танька у киса освободилась, сейчас все. Так я по это знаю. Откуда ты знаешь? Ты откуда вы? Когда она освободилась? Я же не знаю, когда она освободилась. Позавчера освободилась только. Да я знаю, что это киса не будет. Скажите, не будет. А я думал, Наташку поругали, что ли, блядь? Нет. Там больная, сильно заболела, что ли, да? Ну. Виктору Гуту хоть привет передай. Виктор Гуд, привет тебе от старого. Лехе Звекову привет. Леха Звеков, привет тебе от старого. Димасик из Белого моря, нахуй. Димасик из Белого моря, привет тебе. Андрюха Саркисов. Андрюха Саркисов, привет тебе от старого. Дедушка. Александр Киму привет. Александр Ким, привет тебе от старого. Молодец. Что ты, блядь, бухал вчера, что ли? А? Бухал вчера, что ли? Нет. Вчера я не бухал. А бухал я. Сегодня? Нет. Еще нихуя. Сейчас вот опохмелюсь. Ну давай, похмеляйся, хуя, дедушка, блядь. Ну что нового-то у тебя, блядь? Что нового? Нихуя, хожу вот по этим. По каким? Бочкам. Что, дошел, что-то сейчас у тебя на столе есть ташки, нет, так ты голодный, ты похудел, блядь. Палец совсем как медведь, наверное, блядь. Угу. На всего-то два дня. Она не приходит вообще, что? А? Не приходит вообще. Приходит, как не приходит? Вон рак есть. А, ну ладно, блядь, ребятушки. Ладно, дедушка, блядь, хоть не голодно, но. Че, никого же не видишь, ни бульдога, никого. Не. И по миру хожу и. Тебе ж скучно, наверное, побухать охота с пацанами-то, блядь.
Или нет? Посмотреть бы их. Посмотреть? А? Ну поехали, оставляй водку здесь, все деньги. Поехали. Ключи-то есть у тебя? Конечно, есть. Поехали, съездим, хоть пацанов. Одевайся, потом приедешь. Побухаешь там с ними, а потом домой уж приедешь, да? Нет, а выпью сейчас еще. Ну да выпей, покажись. Ой, блядь. Че? Придется тебе подождать. Ну че, опять? Обосрусь. Обосрешься? Да. Сука, блядь, ты на папа надавила, что ли? Ну. Ты долго будешь ждать-то, нет, блядь? Нет. Да штанину носи, да и все, блядь. Вытряхни, вытряхнешь нахуй, да и все хули. Че, ага. Жидко, что ли? Да? Сука, молока, наверное, жрешь опять, блядь, просроченного нахуй. Нет. Даже опять скажешь, дедушку вытянул, он живет спокойной жизнью, нахуя его везти, ребятушки? Ну, хули, дедушка хочет их повидать сам, да, дед? Ну, конечно. Чего, блядь, тут в одного-то уже устал, наверное. Каждый день одна и та же рожа Наташкина, блядь. Да, да, ты че? Нормально у вас, не ругайте хоть, ничего? Эх, че ругаться-то? Все хорошо, да? Да, ну ладно. Давай, дедушка, блядь, твое здоровье, нахуй. И твое здоровье. И подписчикам всем, блядь. Да, всем. Всем подписчикам всем. Быть. Дмитрию Овчинникову, блядь, спасибо, блядь. Дмитрий Овчинников, привет тебе от старого. Штиблета, нахуй. Оп. Все, нахуй. Хорошо пошла, нахуй. Холодненько, блядь. Ну иди посмотри быстрее, блядь, поехали гульки. Сейчас, блядь, пока соберешься. Жопу хоть вытирай, блядь. А то, блядь, сиденье все измораешь у меня в машине. Это сука, дед, паскудный. Ну пошли на тебя, блядь, нахуй. О, пердишь, что ли? Да. Нихуя себе, блядь, стреляет дед, блядь. Холостыми патронами, блядь, засанец, нахуй. Че, дед, все, что ли, уже? Или, сука, двери просто открыл, чтобы меня, блядь, задушить тут вонью, блядь. Я тебе колпанюгу рвет, блядь. Молока нажался, что ли, блядь? Нет. Фу, блядь, дед вонючий, как пердун, блядь. Сам ты вонючий. Фу, блядь. Жопу вытер хорошо, хоть нет? Да. А то, сука, ноги будут вонять, блядь, если не вытрать. Ты знаешь, почему у мужика ноги-то воняют, нет? Чего? Почему у мужика ноги воняют, знаешь, нет? Обосрется в штаны, да хоть. Нет, жопу плохо вытирает, надо. Угу. Давай, одевайся, блядь, по этому... Не на гулянку так. Да, съездим сейчас до Нинки Бульдоговской, там, до Светки съездим. Че, посмотрим, что Светка живет как. Может, пока Наташки нет, так хоть это Светку трахнешь. Да нахуй. Нет, пять брага что ли там? У тебя брагу-то выпили уже? Да. Тихо, антенну поедет сейчас. Че хоть в новостях-то показывают, дед, блядь? Чего? А че? Ребить все нахуй. Да и похуй тебе, ты слышимость-то ведь есть нахуй. А у вас же кабель заходит сюда, где он? Какой? Вот я заходил кабель. Кабель. Чего кабель, блядь? Я сейчас застоял, блядь. Кабель заходит. Хуй ты, дед? Пиздун, собеседник-то нахуй. Ага. Заходит. Где он заходит? Ну, блядь, там же где-то он входит нахуй. А, это? Радио, что ли? Да. Хули радио слушай, ептать, хули ты. Как, блядь, дедушка, блядь. Вот же какой-то кабель-то, блядь. А, он оторванный, блядь, ёпта. А это интернет был? А-а-а. Вот, смотри, дед, вот у тебя. Я знаю. Вот тебе надо сюда пустить, хули ты. Вон таракан даже ждет уже, домой просится, нахуй. О, блядь, тараканище, нахуй, усатище, блядь. Сейчас попробуем его увеличить. Ну, как он увеличивается-то? Ох, тараканчик. К дедушке ворваться хочет, нахуй. Да, дед? Дед, у тебя тут полка еще, блядь. Че, еще что таракан? Блядь, дед, убийца тараканов, нахуй, утопил таракана заживо, блядь. Дед, у тебя тут полочка, видел, да? Да. Деньги можешь прятать. Че, печка работает? Еще и. Не жалели? Елене Хрусталеву-то хоть спасибо-то скажи. Ну, это я говорю. Ой. А это печечка какая-то, дедушка.
Продай ее нахуй, и все. Ну, конечно. За 1000 нахуй пропьешь. Я ничего не продаю. Видите, Лешки, ботиночки нахуй, Наташки новые, блядь. Ой, блядь, ребяточки, ну что, чистенько, светленько у них, хорошо, дедушка молодец, он не скучает нахуй. Да, дед? Что, видео-то все пересмотрел уже? А? Видики-то все пересмотрел? Кого? Дедушка, школа моя, блядь. Видик, упор, кассет, сколько? У тебя полтинник? Правой стороны, смотри, сколько. Вижу, блядь, ебать. На, порнуху, ребята, ему подогнать деду нахуй, пока один-то, блядь, хоть подергает что-нибудь. Ага. Ну что ты скучать-то будешь, блядь? Что я могу? Дед, что я видел на выход? Кусок или тебя одевает, блядь? Антончика, блядь. Сейчас поедем, нахуй. Чтоб дед как эти кроссовки или как пьет кому-нибудь под жопу, да, дед? Да-да. Дед, потому что, наверное, ты, блядь, соскучился, уж подраться хочешь с кем-нибудь, наверное. Не. Не скучаешь? Отпиздить кого-нибудь, нахуй. Не. Ну ладно, девочка, правильно, нахуй. Таракан за ложкой пошел, ребяточки, блядь. Куда? Да вон, к ложкам таракан пошел, нахуй, на деревят. Вот надо это... Да, блядь, ты вари их, ешь нахуй, и все, блядь. Ага. Они, по-моему, боятся себя будут, хуй. Конечно. Что, это же белок, блядь, дед. Ага. Соседи как, блядь? Нормально. Заходят, блядь? А? Заходят в гости? Нет. Никто не заходит. Этот заходил, так я его нахуй послал. Алкоголь у тебя это? Ну вот, чистилка. Что хотел-то? Кусочек хлеба. Так иди на помойку нахуй, собирай хлеб, блядь, ёпты, да? Ну. Там, блядь, не кусочек, там не только хлеб найдешь, там еще что-нибудь найдешь повкуснее, сука. Да. Если, блядь, трутень, да, блядь? Не хочет нихуя работать, блядь. Дед, блядь, по помойкам лазит, а ему, блядь, пожать надо, блядь. Сейчас нихуя нету. Бля, ха хули сейчас снега, да хуя хоть. Снег, блядь, может есть, нахуй. Воду топить, нахуй. Видел, сколько снега-то выпало, блядь? Нет еще. Сейчас выйдешь, охуеешь, нахуй. Да ну нахуй, чё, полметра что-то. По яичке тебе щекотать будет сейчас снег, нахуй. А? По яичке щекотать будет тебе снег сейчас, яички. Ну, конечно. Пошли, я, давай, блядь. Сейчас. Да оставь ты водку в машине, выпьешь, ты что ты потом придешь, выпьешь, хули ты? Ну ладно, вы ебани, блядь. Сигарет тоже оставь, сигарет дам тебе, пускай дома останутся сигареты твои. Ага. Чё? А что я буду курить? В машине дам тебе, блядь, на общак, ёпта мать, пизданёшь, ты уже забыл, как пиздить сигареты-то хоть пиздишь, блядь, немножко. Ой. Ты уже где-то вообще забыл все, нахуй, как в карман сигареты ложишь, блядь, как чё, блядь, хоть сейчас вспомнишь, нахуй, да? Пошли. Ой. Давай, блядь, дедушка. Все, наелся? Все, ел, нет хоть? А? Ел хоть, нет? А-а. Хули скажи. Еда не питье, много не выпьешь, не съешь, да? Да я вот. Смотрел. Кого? Хулики? Да нахуя? Что, за боевик, что ли, смотрел? Не. Тебе не надо, знаешь, что, блядь, боксерские бои привести, блядь, чтобы посмотрел, как боксер, будешь ебашить всех, нахуй. Насмотришься боевиков-то, блядь, боксерских, нахуй. Шаурин будешь построить, нахуй. Боевиков нету. Одни мелодрамы, нахуй. Да. А что тебе, блядь, ну, давайте порнушку приведу, посмотришь, хоть что ты, голубь, баб-то, хули ты. А? А что такого-то, блядь? Я взял бы, привез бы, две кассетки хоть. Ну, блядь, дед, ну, сейчас, видишь, если уже их нету, поспрашиваю. Ребят, может, есть у кого-нибудь порнуха, блядь? Пожалуйста, напишите, дедушка посмотрит, хоть что ему. Не обязательно же дрочить ему, просто посмотрит, да, дед? Ага, дрочить. Так хоть посмотрит, хули. Как люди, какие бабы. Я оденусь. Так давай одевайся, хули, ты оденусь, блядь, я тебя жду, ёпты. Сейчас дедушка шапочка, блядь, он. Чин-чин-чин-чин-чин-чин. Дедушка, курточка насчет теплая такая, блядь. Чё кряхтишься со старой-то, блядь? А я какой? Сука, блядь, какой подъебнешь его старого, блядь. Ну, я дедушка, блядь.
Вот что, дед, скажи, блядь, честно-то, хорошо в квартире-то хоть? Да, лучше, чем на улице же, правильно? Конечно. Вот. Ребят, спасибо вам огромное, что помогаете дедушке вообще с Натальей. Как вот дед, он что-то ест там, что там ешь там, блядь? Сыр. Сыр, надо. Я, блядь, себя срать захочешь, блядь? Нет. Точно? Смотрите, жаль, Сашечка. Эля, блядь, спасибо, наверное, тик, все, дед, отключай все нахуй, свет везде, блядь, чтобы не дай бог, для чего, это что ты хочешь? Отключай нахуй. Ты где, блядь, телевизор отключил? Ну и что потом включишь, блядь, нахуй ты тебя сейчас оставляешь, блядь, не дай бог, что, придешь, блядь, 500 рублей сгорело, нахуй, с фоткой. Дедушка, блядь, хуй тебе не хлебушка, нахуй. Поехали, дед. Погоди, я прикурю. Блядь, заебал только, что курил же, блядь, старый. Блядь, это не дед, это трубка. Я утром стою и... Две-три сигаретки. Ну, сука, ну Наташка все говорил, что Наташка дохуя курит, блядь. Паскуди старый, блядь. Ага. Ну поехали давай, деду, блядь. Все, деду, блядь, это нахуй. Все, ребятки, повел дедушку на прогулку, ребят. Ага. Так что не переключайтесь, следующая серия будет интересна. Вот, блядь. Подписывайтесь на канал, блядь. Пальцы кверху, ребят. Замочить, блядь, все нужно чики-пики. Вот так вот, блядь. Секции. Ну все, ребят, пальцы кверху. Не забывайте подписываться на Инстаграм. Да, я закрою. Да закрывай ты, я тебе что, блядь, закрою, блядь, делишь, что ли, подходишь. Вот такой дедушка стал, блядь, ребят. Не переключайтесь.